Смачна, танна і у новым стыльным інтэр'еры. Сёння пасля рэканструкцыі ў філіяле аўтобуснага парка нумар 6 адкрылася сталовая. Рамонт зрабілі ўсяго за месяц. Замянілі сістэму ацяплення і правялі аддзелачныя работы. Цалкам абнавілі інтэр'ер. Адначасова паабедаць зараз тут могуць 74 чалавекі. На 20 больш, чым раней. Усяго за дзень сюды прыходзяць каля 300 работнікаў. Прычым аплата за абеды для сваіх супрацоўнікаў можа потым вылічацца з заработной платы. Это вельми зручно. А если денег, как говорится, денег с собой нету, то здесь всегда можно работникам автобусного парка номер 6 пообедать за счет заработной платы. В этом, как говорится, переживаний никаких нету, что обеда нету, как говорится, всегда можно зайти и все купить, приобрести, покушать, перекусить. Ремонт прекрасный просто, меня все устраивает. Сейчас такой период зимний, хотелось бы покушать теплого, и чтобы вообще, все было хорошо, прийти в чистое, в теплое и покушать свой обед.